Мне просто интересно, какое же вино вы к этому подадите? Знаете, я бы, самогон. Если бы можно было продавать самогон, подал бы самогон. А за ними нет? Вино. Подсало? Со шкварками вино? Я сейчас скажу, какое будет вино. Херес. Красненькое. Вот херес. Так. Насчет хереса нет. В основном будет что-то грузинское будет. Если честно, вино это не моя история. Вот я знаю, что мне нравится рислинг. И там, допустим, еще пару усадьба Перовских рислинг. И мускатель красного камня, массандра, с минералочкой супер. Да. Вот это мне нравится. Я не разбираюсь в вине и не хочу разбираться. Потому что, работая в этой истории. Но вы же используете вино в приготовлении блюд, особенно рыбных, белое вино. Сухое. Да. Максимально виноградное вино. Тетрапакс, очень удивительно, я сама готовила, очень удивительно, оно испаряется в алкоголе, оставляет без всяких других приправ. Очень ароматный вкус, кислинка. И не то что кислинка, но прям круто, да, очень да. Сильный аромат. Надо было в мидии делать приправ, вино, мне кажется. Без зелени, без ничего. Вы правы. Это настолько странно. Это круто. Ну странно, да. Просто алкоголь добавить. Мы вонгали, короче, делаем с винишком, это прям огонь. Да, с пастой и вонгали, прям класс. Вонгали. 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 Ну, маленькая радужка. Да. Так, подожди, И прям это занимает 20 минут времени дома. А где вы берете вонгали? Мы покупаем в выставочном баре, заказываем вонгали свежие, живые. Нам привозят, мы их готовим. А вы из какого города? Из Керчи. Нет, просто мы искали, как правило. Просто тут керчане едят вонгали, да? Мидия. А что еще есть? Мидию? Уже устали от нее. Ну да. Мидия. Вонгали. И мидия тоже классная, но мидия это круто. Я знаю, вы меня спросите, я знаю, где заказать. И про масштабы, которые вы заказываете. Самолетом. Да. И мы заказывали очень вкусно. Ее сырой есть, она странная. Но когда ее готовишь с пастой, это просто неимоверно. Да, причем не нужно круто. Многих затрат. У вас дома когда гастроли? Кстати, на Хэллоуин. Я хотела сказать, затрат кроме всех оплаты вонгали. Не, ну, такое себе. Что, последнее? 30-е, 31-е что есть? Да, ну, конец месяца. 31-е. Так, смотрите. Что еще? Что скажете по поводу Тинтина? Я скажу, мы скажем, что неплохо, да? Пойду, я уже пробовал Тинтин этот. А, то есть ты не будешь, если что, можно забрать вот это все. Ну, там же не только. Там еще Эдемэмэ. Я, по-моему, это и пробовал, что-то такое похоже. Кто из них Тинтин? Тинтин. Кто там Тинтин? Так, зернышко. Да, по-моему, я такое. А, ну только без трески я пробовал. О, не то нажал, ты что? Тут все кнопки, я всех попробую. И когда я рот открыла? Подожди. Все видео, почему видео? Давайте выпьем за это. И водичку. Тогда уже. Давайте. А пойди сфоткай нас всех, ну, без тебя. А, Виталий, сфоткай. Почему ты так же спасибо тебе, мое солнышко? Сфоткай нас, пожалуйста. Есть упруга, да? Да. Тетим зашел. Бежал до довольных людей. Интересный вкус, да? Да. Новые ощущения. Мягенький, да, конечно, не острый, прекрасный. Не острый, да. Все готовы? Так точно. Мне кажется, скажут, ой, видео. Нет, не рангу просто. А, ну почти то же самое.
Мы все вернемся красивые, 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 красивые. Спасибо вам. А будьте добры, еще вот коктейль. Да, а лайм чувствуется в пекине? Нет. Не чувствуется? Нет, вообще не чувствуется. Вообще не чувствуется. Вы видели, да, добавила столько? Так а где-то тогда? Он идеально сошелся с капустой. Он поженился, да? Да. Это так и есть. Если бы вы чувствовали чисто кислоту, это не то. Кто хочет доесть? Да, да, да. Вот тот магнитный, который отшелит, вот как борщ, да? Сколько ингредиентов? От картофеля за капусту. Здесь будет сейчас интересно. Оставим, да? Все. Смотрите, сейчас будет десерт. Ну как сейчас? Вы покушаете не спеша. Что вам будет? Ананасы печеные. Еще гараши печеные. Кто-нибудь когда-нибудь видел печеный ананас? Вот смотрите. Они будут порезаны уже, да, и грилеванными такими, оказалось. Печеный горячая вода, мы его запекали как картошку, 2 часа 160 градусов. Фольгер? Сколько? Нет. 160, 2 часа. 2 часа. А все еще было. Кстати, запах у него хороший. А зачем? Смысл у тебя? Зачем мы запекали? Чтобы чипсы наделать пришло. А какие же чипсы? С ананасом? Не знаю. Запекали для чего? Да. Он интересный вкус получает. У него сахара и кислоты интересно ведут себя, когда его запекаешь. Прямо по-другому ведет себя. Это еще не все. Мы будем добавлять туда соль. То есть мы подсаливаем. Когда ананас слегка подсаливаешь... Когда ананас подсаливаем, он становится слаже. Мы обработаем его огнем еще. Еще раз. Огнем подводим с каким? Манго. Манго. Манго, малибу. Что вы еще написали? А кокосовые чипсы? Кокосовые чипсы, вот их подача. Они больше интересны, чем вкусовые они классы. Мы их, например, нарезали кокосы на слайсами и... Ну, очень, да? Да. Так, что у нас есть? У нас есть бомбический крем. Холодный бомбический крем. Почему холодный? Горячая вода. Из манго и кокоса. Манго, кокос. Немножко добавить ром кокосовый. Немножко, потому что мало ли кто там за рулем. Можно побольше ничего, мы не за рулем. Мы специально приехали так. На листке, да? Да. Все будет вкусно. Смело, вкусно. Так, давайте нарезаем наш такой ананас. Так он будет. Здесь остается твердый. Кожа, форма, конечно. Не увешанная форма. Потому что мы ее подтушили. А так он? Ага. Делаете интим, уже десерт. Мы до сих пор еще не познакомились с близкими схемами. Мне, знаете, нравится его нарезать, он горячий, ароматный. И при этом сочный. Красивый. Нарезаем его таким вот
еще раз покажу. Поддеваем. Очень вкусный ананас. У нас вот на тарелке. Горячий, вкусный, ароматный, сочный. Немножко соли, буквально немножко. Вот такая интересная кузовка. Да, вот это. Выкладываем на тарелку на наш. На наш. На наш коктейльчик алкогольный. Расскажите впечатления от виски. Сухая, не сухая, вкусная, не вкусная. Вкусная, да? Да, это была такая любимая вкусная. Да, да. Очень вкусная. Совсем не сухая, потому что мы ее готовили 5 минут. Если бы мы ее приготовили, она была бы сухая. Грилеванный ананас, кокосовыми чипсами, соусом, манго на любовь. Кстати, чипсы приготовили буквально в 6 часов. 6 часов вечера начали готовить или готовы? А чипсы из чего? Из кокоса. А манго на любовь это как? Манго на любовь. Пюре манго. То есть манго фрукты перебили в пюрешку? Да, с кокосовым пюре. И Малибу. Малибу в смысле алкогольная штука? Алкоголь, да. Ну я же добавил. Ром Малибу. Ром Малибу, да. Незаметно тогда, да. Алкоподушечка. Я думаю, будет вкусно. Уже звучит, да, мы все. А как вы думаете, будет вкусно? А специально нужно есть пока горячий. 17, нет? Ананас? Теплый, теплый. Я его не спешу сейчас отдавать. Теплый. Теплый с холодным. Это который запеченный, да, который? Да. Он прям вот парит. Запеченный, да, первый раз вот вообще. Так вот тоже. А вообще в кухне этого кафе вы используете печеный ананас? Нет. То есть под заморочен. Под заморочен? Ну, 2 часа его вот это коптить. Да. Кстати, да, надо было какие-нибудь дубовые еще туда положить. Если дубовый ананас положить? Ну, в смысле, эти... Кору дубовую, да, чтобы он... По-русски был. Березовую кору. Это уже так. Будет твой ассортимент. Все, хорошо, когда я там буду стоять, я буду так делать. Получается... Смотрите, что еще хочу подсказать с этим ананасом. Сейчас мы пройдем к тарелке для аромата интересного. Сахарную пудру чуть-чуть. Хотите, чтобы он карамелизировался? Да, немножко. Реально он горячий, поверьте. Он очень горячий. Он как картошка запекался. Ну, запекается, если сейчас он дольше. То есть можно печь ананасы в костре? Нужно! Как картошку. Ребята, это идея. Есть. Просто мы не только ананасы. Ты обидишь шефа, если кушает. Да, не только медяйки на железяке. Шеф обидел, но ножки не ты. Нет, не убирай дым. Все меня поняли, да? Да, оставь.
Мне понравилась вот эта вот паста, мне понравилась. Паста вкусная, честно. То есть медяйки на железяке вам ничего не говорят? Знаете, я ни разу не встречал, чтобы на пляже кто-то жарил. Ох, не на тех пляжах. Мы потеряли очень много. Просто, ну, там, наверное, были одетые люди, да? Прям все прям жарят. Я вот иду на пляже, все жарят. Молодежь измельчала вот раньше. Нет, да, вот было дело. Я ни разу не встречал. Не, ну, это давнее было. Вы знаете, мы недавно купили свежие мидии и жарили их на кофте, вот как на железе. Кидала просто. А пришла к маме, говорит, давайте лаем ампулю. Нет, в нашем детстве такого не было. Черный хлеб. Почему все СССРовское, блин, прям закоренело? Потому что было вкусно. Потому что мы были маленькие, мы были счастливые. Мы же можем добавить счастье в нашу жизнь. Добавить лайма. Это была железяка как раз. Счастье. Ржавая обязательно. Да, ржавая, чтобы вот вместе прям с этой ржавчиной. А ты оценку не поставила. А мы когда с родителями в детстве жарили мидии на берегу моря, и там, как обычно, растет наш низкорослый такой, такое дерево с маслинками маленькими. Маслина. Серебристый лох называется. Да? Реально. Лох серебристый. В общем, ну, либо такой прикол, не знаю. Очень сильно маленький, загорелось все вокруг, там стояли машины, загорелось все. От маленькой тростиночки. Так вы там выспалили щелкана. Да. И мы тушили, кто пришел, кто с унитазами пришел. И простите, пожалуйста, за стол. Кто с чем пришел, кто с ведрами, кто с чем. Все пришли, потому что машины стояли все. И все тушили. Такое было братство. Братство тушения. И даже дети бегали с маленькими ведерками воды. Туда кидали воду. Вот так жарить мидии опасно. Сейчас все стоят с телефонами. Жарить мидии в телефонах. Нет, снимай, как горит, да. Пожар, да. Снимай, как горит, да. А тогда все тушили. Ну, правда, ничего не сгорело. Ну, это как то звучит, Юлия Александровна. Давайте. Это было мое. Чтоб раньше было как давай сейчас, было, а сейчас было как раньше. Предлагают алка за счастье. За алка счастье. Нам налили. Молодой человек, который его... Девочки, давай. Ух ты, пошла в сеть. А то всех... Прям в тарелке. Прям в тарелке. Мне надо было как-то ваше внимание. Вы тут заинтересовались шампанским. Купи мне это место. Ого! Это алкоголь горит, да? Это газ. А газа не будет? Класс. Будет, будет. Газа не будет. Будет. Пищевой газ. Он чем-то отличается? Пищевого газа обычно, нет. Обычно а газ. А чем отличается этот газ от газа в наших домах? Да. Это же самое. Но просто существует мнение, что на газу нехорошо жарить на открытом газу. А природный газ, да? Да. Ну, короче, мы такими горелками делали рыбу, и она воняла газом, скажем прямо. Природный газ добавляет какое-то вещество. Ты что нам мало? У него выделяется вот этот вот осадок этиловый. А и здесь какой газ? Сам по себе газ. Он другой, начищенный, да, он без вкуса, без запаха. А оно не прогорает. Его добавляют специально, чтобы вы почувствовали утечку. Возможно, в баллонах. Я вас не слышу. Смотрите, баллон, если я пожарю любой ингредиент, баллоны не оставляют запах. А природный газ добавляем для того, чтобы утечка или еще что-то. Ну, короче, мы сейчас будем кушать газ или нет? Нет, не будем. Вы не будете кушать газ. Все, ну слава богу. Это огонь. Мы будем кушать огонь. Тоже неплохо. А огонь. Хат. Файер. А вы что там, собираемся на вечеринку Хэллоуин костюмированную? Ну, семгу, да, так немножко сверху. И не вкусно было. Чувствовалась какая-то кислинка, да? Да, да, да. Газовая это такая, да, газовая фигня такая чувствовалась. Нет, баллон. Как будто бы, что весь, такое баллон? Как будто бы, нет, такого, такого же, как у них, боже мой. Они на рынке за вот, там, 500 рублей продают. Нет, нет, это другая история. Крутой десерт готов. Чипсы это подсушили, да, кокос? Да, кокос тонко нарезали и засушили. Нарезали кокос, просланили. Так, ну, когда да, можно да, уже вам аплодировать, я не понимаю. Потом, когда мы сегодня десерт или сейчас? Когда... Как тут? Когда...
Могли же с первого блюда начать. Как самолет приземляется, знаешь, фу. Приземлительные припосадки. Да, в принципе, можно не измелодить. Да, да, да. Сейчас мы вам подскажем, да, все у меня там еще много в ларце. В еще много. Все хорошо. Все, финита. Ромчик. Подожди, давай. Ромчик, да, как-то ты очень медленно двигаешься. Ромчик, вы быстрее. Ромчика дает. Десерт красный. Ну, больше ромчика ждем, если честно. Шучу, шучу, шучу. У нас много рома. Да ладно. То, что в руке у него. Не ты один шутишь. Я шучу, я... Ну, девчонки тоже. Ромчика. Ты его не хочешь замолять. Ну что ж, не скрывать. Они не скрывали, не тебе зашло хотя. Так, ну пока все красиво, да? Да. Что значит пока? Вы нас пугаете или это угроза? Как себе, наверное, пугаете. На его вкус красиво. А в десерте вот этот щавель, это надо так, да? А попробуйте его. Этот щавель? Конечно. Он очень декоративный. Он очень вкусный. А вы прям дома готовите, наверное, десерт, да? Блюда разные. По интернету всякие новые. Нет, только... Где вот поели? Просто я эти интернет-рецепты собираю себе в папку, собираю, думаю, ну когда-нибудь приготовлю. Нет, мы вот, и мне все нет, в каком-то ресторане бываем, здесь по-быстрому. Если мы куда-то едем, в каком-то ресторане бываем и вот пробуем что-то и очень сильно нравится. Потом дома готовим из того, что есть. Не важно, что оно совершенно другое. Это не имеет никакого значения. Я все равно собираю эти рецепты, всякие. Все, собираю. Кстати, вот еще вариант. ПП-вечеринка может быть? Кафе? ПП. Полезная еда, короче, там без всякой... Мы сейчас наелись полностью ПП-вино. Ну нет, давай что-нибудь другое придумать, да. Нет, фреши делать, я не знаю. С вином не ПП. В 2 часа дня вот сейчас того. Но интересно, десерты ПП. У нас было как-то 800 человек ПП-вечеринка. На сколько? На 800, да. А где это было? Ну, а что они ели? Только ананас? Это была свадьба каких-то веганов, да. На самом деле было очень крутое мероприятие. Кейтеринг, да, наверное? 800-то гостями. 800 гостей. Все ППшники... Ну, в общем, я готовила ПП-блины на кукурузной муке. Получается, они как видео, они не такие пышные. Все, сейчас пока время, мы узнаем, почему-то пока... Да? Это манговое пюре, то есть с обычной мукой, а не ПП? Да, с обычной мукой это... Нет, не ПП. Вы вместе или один? Нет, кукурузная мука, она реально действительно имеет менее калорийность, чем обычная. Да, меньше. Зачем они получаются такие пышные, но они вкусные. Все, спасибо, я так и сделаю. Спасибо вам. Все. Даша, это очень круто. Я тебе даю. Мы вас попробуем. Мы еще вас попробуем. Я попробую. Ой, чипсы хороши. Вот между предыдущим блюдом и очень вкусный щавель с манго. Так это что такое? Ну, я вкусный чипс. Ну, для меня дико, например, в десерте щавель. Прикольно, да, да, они. Орешки такие. Десерт можно положить и шпинат. Такой вкусно. Это будет очень прикольно. Алкоподушка, как хорошо. А манговое пюре так. Убаюкивать? Нормально, верно. Алкоголушка. Не смешай, что это теплое, да? На самом деле это необычный десерт, непривычный нам жирный торт. Очень нежный, да вам жирный торт. Легкий.